Смотрите, как вот тут кошкам выжить? Посмотрите, никого нет. Кто вот пишет о том, что кошка прекрасно выживает? Вот она ходит по этому бетону. У нее отваливаются печень, почки. Все больно, все плохо. Ринтрахит. Всякий. Так. Что это было? Пожалуй, надо домик-то тоже поставить. Вот как здесь кошка должна выжить, скажите мне. Вот представить свою домашнюю кошку в такой обстановке. Ничем они не отличаются. Мне говорят иногда, вот волк, кошечка, которая живет на дачах, она же какая-то особенная. Да какая она особенная? Она особенная только в том, что она помирает в муках, и никто не знает, как она вообще выживает, эта кошечка. Поэтому привет, можете пересылать видео тому, кто говорит, что кошки прекрасно выживают на дачах. Вот мне интересно на людей посмотреть, которых вот голыми ногами оставить здесь бегать. Сколько они проживут.